Во вторник поздно вечером на Разумовской задержали элитных грабителей. Они подъезжали к своим потенциальным жертвам на БМВ без номеров и срывали с них цепочки, а также отбирали кошельки и мобильные телефоны. Для уверенности в своем успехе они угрожали прохожим ножом и электрошокером. Полицейские получили ориентировку на преступников. Похоже, по описанию автомобиль обнаружили на Разумовской. В салоне иномарки находились двое выходцев с Кавказа. При себе у них оказались украденные вещи. Во время спецоперации выяснилось, что автомобиль не безномерной, а зарегистрирован в Азербайджане. Номера грабители снимали перед совершением преступлений. Кроме того, свой БМВ злоумышленники оборудовали звуковыми и световыми спецсигналами, которые используют только полицейские. Ну и сейчас оба задержаны, ведется следствие. Правоохранители выясняют, сколько еще подобных преступлений совершила данная группа.